Российская команда «Урал», Западная Сибирь, в состав которой вошли четверо тюменцев, выиграла две медали клубного чемпионата Европы. Дарья Давыдова стала серебряным призером турнира. В финале мы боролись с французской командой, она называлась ПСЖ. И в этой команде было две олимпийские чемпионки и одна чемпионка мира. Но это очень хороший состав. Мужская команда с Наврузом Наврузовым, Эльдаром Алаквердиевым и Романом Донцовым потерпела поражение в первом же круге, но сумела пройти в малый финал через долгую сетку утешительных схваток. По утешениям прошлись, то есть вообще не сильно затрудняясь, то есть соперники все были, конечно, хорошие, но у нас команда сильная, то есть все почти схватки мы выиграли в сухую, за третье место в сухую и одно утешение 4-1, остальные все в сухую мы выиграли 5-0. Вместе с командой «Урал», «Западная Сибирь» путевку в Лигу чемпионов добыли еще два российских клуба.